Перчики у нас уже такие вот большие, только у нас проблема, что-то на них, видите, листочки напало. Как мило! Это мама? Есть! Какой-то шторм начался. Ужас. О, град пошел. Вот. Я 5 часов на улице. Максимум пройду. Апреля, и у нас уже взошла местами молодая картошка. Мадам Газель? Нет. А кто? Что ты нашла? Подожди, скажи. И что будешь с ним делать? Ну, это папа даю маме. Маме? Да. Угу. Хорошо. Тут трава уже тебе в колено прям, да? Ты можешь не спрятаться. Скоро уже наши коровки пойдут травку кушать? На пастбище, да? Ой, не рви, этой травкой можно порезаться. Не надо. Они потом сами себе нарвут. Если захотят коровки. Это блюми. Блюми? Хорошо, да? Потом занесем. Да, потом. Блюмочки. Подружки. Блюмочка твоя подружка? Да. Хорошо. Передай привет. Привет. Что мы будем делать? Тиму растричь. Тиму растричь? Да. А кто ты будешь стричь? Кто? Кто будет стричь Тимура? Папа. Чей? У нас. Как зовут его? А чем? Какую прическу закомандуете? Я хочу пример. Как бы вы хотели себя видеть? Я хочу, чтобы у него была прическа тигра. Тигра? Да. У него сейчас тигр, смотри. Конечно. Нравится? Посмотри в зеркало. Мне вот и старое нравилось. Слишком коротко. Короче, чем меня стрижут. Ну, скажите что-нибудь. Очень вкусно. Да! Сама выкинул. Кто готовил ее? Пап, я. А что ты готовила, расскажи. Как ты делала ее? Из теста. А какие ты... Что ты делала, чтобы она приготовилась? Чем ты занималась? В готовке пиццы? Да. Что ты делала? Я все связывала бы пиццу. Ну что, как? Вкусно. Очень. Да.
Ты просто дегустатор от Бога. Да. Смотри, Тимур сейчас уснёт. А ты покажи, как вкусно. После двухнедельного холода начинает вроде бы как стабилизироваться погода. Все приходит к лету. Немножко попозже расскажу, у нас много чего подмерзло этой ночью. Нет, прошлой ночью там даже мороз был до минус... Ну, минус... Может, минус 1-0 был, это максимум. Потому что с утра был лед на машине, лед в лужах слегка чуть-чуть. Сейчас вроде как потеплело, но сад немножко у нас подмерз. Сейчас в чем делаем? Надо косу готовить к сезону. Будем менять катушку, магнету. Потому что коса работает, заглушил, и она больше не работает. Надо менять свечу сразу же. Меняешь свечу, она дальше начинает работать. Причина, скорее всего, будет в катушке, потому что она даже пробивала. У нас руку ложишь, и она бьет током. Дети наконец-то добрались до батута. Покажи, я поверни сюда. Как она умеет растопыриваться. Самая смелая черепаха у нас, да? А возьми, ну-ка дай мне это. Возьми вторую, давай вторую покажем. Какая она несмелая. Это вообще бегает. Как турбомашина. Смотрите. Понеслась. А та все заныканная, да? Все, мы ее больше не увидим. Смотрите, две черепахи. И что вы собрались им делать? И выберем делать. Смотри, давай их на перегонки поставим. Два киски пропадаются. Что? Два киски. Ну, буксовать будет. Папа, у меня ноготь болит. Ничего, он пройдет. Покажи, как ты сделала. Покажи пальчик. О! Зажала вчера в двери. Она почти залезла. Это как будто горка. Ну ладно, не издевайся. Давай лабиринт лучше ей делайте. А это только совсем чуть-чуть голову решила достать. О, двинулась. Что? Что? Дернулась. Дернулась. Угу. Вау. Господи. Вау. Она только в воде двигается. Вау. Оп, все, пошло. Вот это черепаха медлительная. О, побежала. Стоять. Мы их разбудили. Смотри, она хочет под диван залезть. Немедленно растут только, они за два года выросли, может, панцирь на сантиметр. Конечно. А были как спичечный коробок. Коробка? А у этого вообще широкий. 11. Ну, на 11, да. Да. А, это чужие коробки. Это наши. Дима, приказа. Может, остановимся и посмотрим на них? Остановись. Катать. Ну, сможешь. Еще чуть-чуть потренируешься и сможешь. Да. Это вот так он будет. Берегитесь. На... Да. Домой. Это скорость как 11. Чуть-чуть. Конечно. Это... Как я угадал? Я не смотрел. Бабочка! Я не смотрел, угадал. Да. Он правда. У бабочка даже была. Наш Тимур гонщик. Да. Гонщик. Просто. А,
будет, куда едем? Чай сломать, щенячий лопатуляр. Вот эта сиренька пахнет. Пальчики не обрезать. Дальше едем? Да. Да. Мне кажется, мы с лесом далеко поехали. Мы обозвали Ауди Франкенштейн. Знаете? Угу. Короче, она... Двигателя в ней нету. Я все разобрал. Начал ремонтировать. Чуть попозже покажу, что я делаю. Новый день. Погода у нас, как вы видите, опять летняя, но такой немножко холодноватый вечер. Взяли мы такую вот ручную фрезу и пойдем сейчас будем в картошке между ряди фрезой проходить. Давай, догоняй меня. Да. Я мою накладку сюда. Конечно. Поехали? Бесплатный деревенский аттракцион. Да, Никуша, повернись. Ник, повернись. Тебе нравится? Вроде паровозики есть. Да. У нас есть свой паровозик. Да. Это даже поинтереснее. Ну как ваши ощущения? Вам нравится? Ну что, как тачка тебе? Машину аккуратно. 7 лет. Ребенок управляет тачкой с горой песка. Помощник. Помогатор. Получается? Мы совсем не рассказали, чем мы заниматься будем. Рассказывай, что мы делаем. Песок возим. Вольеры, курятников. Тут же ямы большие. Мы сейчас сюда навезем песка. Выровняем все. Это один вольер, тут второй вольер вот с такими вот ямами. И курочкам будет где погрестись, да? Камушки маленькие будут грызть, полезно для них. Что там? Индюшка на яичках. Не пугай ее. Пошли. Хорошо, пошли. Нам добавился еще один пассажир. Пассажир, вы в курсе, что вы за доставку и за прокатку грузите песок? Помогаете? И потом мы собаки люди. Ой. О-о-о.
Ты правильно, в жизни не надо искать легких путей. Только трудности из вас сделают человека. Я предлагаю даже в дом заходить через окно. Они просто не могли открыть. Я приехал, Тимур пролазил. Не могли открыть ворота. Хотели сюда попасть. А сейчас это я уже попросил, чтобы они еще раз показали, как они это делали. Залазьте. А лопату что кинул? Лопату загрузи. Загрузка еще долго будет происходить? А? Да. Давайте быстрее, я жду. Время, деньги. У нас появилась вот такая огроменная катушка. Чтобы вы понимали ее размер, я с ростом 174 еле до верха достаю на носочках. У нас к вам будет одно предложение и просьба. Мы не знаем, как ее сделать, что с ней лучше сделать. Сейчас, доченька, хорошо. Как бы хотим из нее стол, но мы не рассчитывали, что она будет такая огромная. Хотим из нее делать стол. Вот есть тут такой по краям брус прибит. Его надо будет, скорее всего, снимать. Либо я оставлю в описании свой инстаграм. Если у кого-то есть какие-то предложения или желание поучаствовать в разработке вот этого чудесного стола, или может что-то другое вы предложите из него сделать, то в свой инстаграм, в мой инстаграм можно скидывать фотографии, либо что-нибудь написать. Я обязательно прочту каждое ваше сообщение, посмотрю все ваши фотографии вместе с Яной и вместе примем какое-то решение, что с этой катушкой сделать. Но это надо в скором времени, потому что пока еще дерево красивое вот такое, надо с ним позаниматься. Поехали? Ну погнали. Кнопку держите, рычаг на себя, и она запускается. А вы просто едете, наверное. Косили, желоба высыпали. Десять минут и целый желоб вкуснейшей измельченной травушки. О, как косит. Вот такая вот высота травы здесь. Электрическая ручная косилка берет без проблем. Чуть-чуть надо медленнее ее просто толкать, и она очень хорошо косит. Хотя триммером бы здесь я немножко бы помучился, ему было бы тяжело.
Ну, скажу так, мое мнение по ручной вот такой вот газонокосилке электрической, как бы, сами видите, какую высоту травы она скашивает. Ну, очень удобно. Если у кого-то там какие-то проблемы, возможно, со спиной или еще с чем-то, то я скажу так, что очень удобно косить. Это ни в коем случае не реклама. В этом году ожидается какая-то засуха, как передает прогноз погоды. И у нас уже, ну, с начала этой недели в тени минимум плюс 25. Поэтому все усиленно нужно поливать, потому что все пропадет. У тебя передышка? Да. Курочки уже некоторые обросли. А некоторые еще слабовато. Пап! Вот уже какие красотки. Да, что такое? А зачем это? Тут будет качели бабы Тани. Помогайте. Помогаю. Помощники? Да. Чем тебе нравится? Ай. Ти. Сабаба. Ти. Тебе нравится? Все, лопатка как раз для тебя, да? А эта курочка нам помогала. Вот это облезлая? Да. Красотка она? Как ты их назвала? Чилалак-чилакокуланя. Еще один. Корень? Их тут уже миллион. Папа! Оу. А что корни так легко достают? Ну ты их, наверное, лопатой разрубил просто. Будем дальше копаться. Кулаки, кулаки.
Мы тут с дедом все боремся с электропастухом. У нас вот такой электропастух. Загорался индикатор короткого замыкания. Тут есть тумблер чувствительности. Вот его, когда начинаешь подкручивать, начинает загораться индикация эта. Какая причина, я как бы не знаю. Мы не нашли документ на него. Я хотел почитать вообще, какой индикатор за что отвечает и почему он загорается. Но мы все. Слабо бьется током. То есть, смотрите, вот я дотрагиваюсь, и вот меня щиплет просто. И как вы думаете, что я сделал? Стал нечаянно, точнее, как нечаянно? Стал на колено, не мог достать до туда. Для того, чтобы тумблер чувствительности потрогать. И меня как шандарахнуло. Короче, получается, что нас не бьет, потому что мы в обуви. Я так деду говорю, что если нас не бьет, не факт, что корова не ударит, если она дотронется. Точнее, как я понимаю, что уже факт. Поэтому изоляторы у нас вот такие самодельные. То, что они там пробивают, я сомневаюсь. Может, у кого-то были такие с электропастухом, были такие вот неисправности, или это правильно все он работает. Потому что показывает он на выходе 13 вольт. Он выдает на пастух. Подскажите, если у кого-то есть такой пастух, можете ли вы вот так вот рукать, держать руку? И правильно ли он работает? А вообще, помимо этого, дед уже хочет перегнать коров на другую карту. Тут еще трава есть, но здесь уже она слишком высокая. Надо, чтобы немножко тут поели на этой карте. Или в первую очередь на той карте, потом на этой. Но не суть. Надо проверить эти контура, потому что вчера сюда накидывал, не бьет. Надо зачистить этот крючок. Поставить сюда электропастух. Перебить кол заземления на ту карту. А на этой карте его почистить, потому что он заржавел. Ну и в целом пройтись полностью по всему контуру, посмотреть везде изоляторы, везде проволоку, чтобы нигде там трава не касалась, и проверить его. Потому что завтра, возможно, сюда уже будем гнать коров. Вот такой мы мостик сделали из дубовой доски, у меня валялась. Переходить, потому что сделано так, что чтобы коровы могли заходить в канаву, воду пить. Что, уже я могу спокойно ходить. Обещал еще рассказать по мотору от Audi, что сделалось. Полностью ремонтировалась головка, полностью все шейки коленвала точились под первый ремонт. Цилиндр я не трогал, по цилиндрам как бы надо, но такой суммы денег, как на ремонт, у нас пока нет. Минимум где-то в районе 400 рублей один поршень, 250 за ремонт головы. Еще покатается. Купил новое сцепление. Буду покупать новый масляный насос. Менять все полностью прокладки. Маховик нормальный. Маслоприемник тоже нужен новый. Ну и по датчикам. Датчики тоже, скорее всего, буду все менять. Но это вкратце. Серия наша заканчивается. Площадку под качели надо копать. Песок надо возить. Вот с этой штукой мы ждем ваших предложений. Мой инстаграм тоже сбрасывайте. С ней надо что-то делать. Мотор собирать. Дело не в проворот. Но что будет дальше, это будет уже в следующей серии. Все, всем пока.